Всем привет, с вами Вероника, и я наконец собралась сделать новое видео, новые реакции, и первую часть видео я хотела посвятить такой рубрике, так скажем, наверное, скорее всего, это будет в каждом видео, приветы, потому что очень много просили, и теперь я буду передавать. Я не стала делать вставочки, да, как обычно это делаю, потому что было очень много приветов, и каждый раз выделять, копировать, и вот это не очень удобно. Так, сейчас, секунду. И первый привет. Получается, первый привет я вставочку тут как раз оставлю, потому что давно ее сделала. Это Панда Гера. Он пишет: «Не за что, родная, ты очень крутая, снимай и дальше. У тебя хорошие видосы». И вот он преданный Иглс, и можно ли привет. Панда Гера, привет! Спасибо. Так, следующий у нас на подходе, это следующая, Казак Шоу. Привет, Казак Шоу. Дальше у нас идут такие не более тоже, но уже без вставочек. Барби ТВ, тебе передаю привет, как у тебя дела, напиши в комментарии. Еркин Куламбеков, здравствуй, привет, и привет твоей жене, надеюсь, у вас все хорошо, подпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Виктор Трусумганбетов, извините, если неправильно читаю, вы знаете, что с произношением у меня плохо. Виктор, тебе тоже большой-большой привет. Вот, много раз меня просил этот человек. Саян Миденов просил меня передать привет его девушке Перизат. Перизат, он тебя очень-очень сильно любит. Дильнас Кудайберди, вроде бы так читается, сказал: «Скажи Айко привет». Привет! Аружан Сыметай, привет большой тебе. Балу Казахстан, привет. Шугалы Айджанова, привет, 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 как у тебя дела? Ая Келли, привет. Аляния Амангельди, Алания Алуния, не знаю, тебе тоже привет. Думан Кударбаев. Привет, Думан. Сладкая конфетка. У-ху. Привет, сладкая конфетка. И Азамат Жумабаев. Тебе тоже привет. Еще нет, еще не все. Еще есть два приветика у меня. Талгат Талгат. Привет, 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 привет. И Аслан. Аккаунт RJ с Петропавловска. Салям. Как у тебя дела? Напиши. Еще меня просили сделать рекламу, поэтому ссылка здесь, или вот тут, нет, здесь хочу, вот, кошка спит, не хочу ее закрывать, конечно, вот, ссылочка будет здесь, на подписывайтесь, это мой подписчик, подписывайтесь на него тоже. Поэтому надо будет уже начинать, и что, я говорила то, что реакция на Димаша Кудайбергенова, или не говорила, если не говорила, то да, сегодня я снимаю реакцию на Димаша Кудайбергенова, опять, и это открытие универсиады в Алматы. Сейчас, секунду, надо настроить качество. Все. Это открытие универсиады в Алматы. Мне очень интересно посмотреть. Все просили, скидывали, и вот. Поэтому будем приступать уже к реакции. Лу-лу-лу-лу. И раз, два, три. Оперная певица, такой голос красивый. Вау, так красиво. Такая она красивая. Зарина Алтанбаева. Алтанбаева. Оперной звезды Зарины Алтынбаевой звезды.
Они не дают послушать. Блин, прикольно так. Он такой красавчик. Актер, подающий очень большие надежды. Вот сейчас идет интересное шоу, когда представители совершенно разных жанров музыкального и танцевального искусства. На ледовой арене происходит такое смешение стилей. Звезды оперы, эстрады и уличные. Прикольно. Давайте посмотрим. Наконец-то он замолчал. Такая она красивая, господи! Вау! Такое платье красивое! Развиваем классику и совершенствуемся в современном искусстве. Декорация Ганазар Салсанздар, Куздум Сингала, Куздум Бельгеса, Ульхун Жапрахтар, Арфа, Секли Куджасанга. Да, по сценарию. Третья часть театрализованного представления представляет себя 8. Блин! Кудайберген. Блин, это так клево, серьезно. Я бы просто пожалела то, что я не видела эту прямую трансляцию вот этого по телевизору, потому что по компьютеру смотреть это уже что-то другое, это другие ощущения. Но, блин, ребята, это круто. Я, конечно, может, выбрала не самое лучшее видео для просмотра, но мне это не помешало, в принципе, смотреть. Ах, черт. Так я, конечно, так и не поняла правильно говорить, потому что в конце говорили Димаш Кудайберген, а уже когда говорила американский диктор, как я поняла, там Димаш Кудайбергенов. Поэтому я не понимаю чуть-чуть, как правильно ставить, потому что мне одна подписчица или подписчик написали то, что типа неправильно, не коверка фамилию. Честно, я вот не знаю, пожалуйста, напишите, как правильно, чтобы я там уже не вставляла окончание. Ну, блин, вот это вот пение их, вот этот Димаш, господи, он просто красавчик, я не знаю. Я, конечно, по старым видео не скажу, что я смотрела, но заставки старых видео я видела, я видела его совсем другим человеком, вот он такой там был. Ну, не в такой прикольной прическе. Вот, да, он тут просто вообще красавчик. Блин, что сказать, что-то еще хотела. Я забыла. Ну, мне очень сильно понравилось, серьезно. А, вот, вспомнила. Мне писали то, что Димаш специально приехал с Китая сюда на универсиаду, на открытие, его пригласили, он приехал. Господи, Димаш, ты просто солнышко, я не знаю, ты потрясающий человек, ты, блин, такая искренность. Такие поступки делать, пожалуйста, Димаш, никогда, если ты меня смотришь, надеюсь на это, никогда, пожалуйста, не сдавайся, никого не слушай, ты самый лучший, тебя полюбили во всех странах мира уже, где только возможно, особенно в Башкирии, в Уфе. На самом деле, ты очень крутой, талантливый, продолжай в том же духе, просто весь мир за тебя, Казахстан за тебя, и мы уверены, что ты в I'm a Singer выиграешь первое место. Вот, на этом реакция будет заканчиваться, и что хочу сказать, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, буду очень рада,
Если у вас еще будут пожелания какие-нибудь насчет реакции, вы мне скиньте видео, я обязательно сделаю. И на песне Димаша «Казахстан», «Дайдула» там или еще какие-то у него есть, обязательно реакции будут, так что насчет них, пожалуйста, не пишите, я все знаю. Вот, поэтому всех вас очень сильно люблю. Пока!